Нурмангуткин. Главина подключается. Перевод дальше. И в итоге аут. Здесь Савич. До Савича мяч не доходит. Но тем не менее сохраняет мяч фабол у себя. Пас назад на гол. Только сейчас карагандинцы завладели мячом. Не получилось. И ненадолго, правда, хватило сейчас оранжевых. Да, немножко вязкая игра во второй части первого тайма пошла. А Экбуси наносит удар в стеночку, мяч попадает и в итоге... Кому? Да, нашел, кому бросить аут. Небольшая заминочка у него была с выбором партнера. И он находится, вот сейчас есть пространство у Шахтера. Не получается прострел у карагандинцев, и в итоге вторым темпом левым флангом идут в атаку. Горняки, гоняется атака. Заброс штрафную, здесь центральные защитники Тобола не дают усомниться в своей компетентности. И вторым темпом можно... Кагаберген. В итоге завладели мячом карагандинцы, здесь... Не стали забрасывать, быстро разыграли мяч, скидка, можно бить поворотом и мимо пролетает мяч, хороший какой был. Перевод на Главину, но здесь Айкбусь опережает Дениса. И от Главины мяч, кустанайцы ввели мяч в игру. Тахаберген, перевод на Главину, но здесь Кадио, точнее Айкбусь это был. 4-0 тогда команда победила, и все 4 гола Васильев забил. Айдос Татыбаев, Марат Шахметов и Руслан Алимбаев. Карагандинцы с мячом, Айкбуси в центре мяча разгоняет. Отдавал передачу на... Худинов хорошо в центре, находит практически Щеткина, но там маленький Айкбуси головой мяч в итоге выигрывает второй этаж. На этот раз у Алексея Щеткина. Айкбуси. Ренат Хайрулин. И аут. От касая мяч уходит. Кайсар дома принимает Павлодарский Иртыш. Ок же пес Астану. В обоих матчах 0-0. Становит. Так, и вот сейчас уже карагандинцы. Позиционно развивает свою атаку. Айкбуси слева открывается. Заброс с пяточкой не получается. Могло бы здесь. Ну, здесь. Васильев вот уже вступил в действие, отдал пас на Айкбуси. Айкбуси хорошо к центру потащил, даже сумел мяч в центр дальше, и вот только сейчас это является. Айкбуси опережает передачу на Молдокараева. Станович дальше на Айкбуси. Васильев слева открыт. Которых команды сегодня, собственно, и встретились на поле. Молдокараев с Айкбуси. В итоге проигрывает Молдокараев Айкбуси. Так, Деспотович разгоняет атаку. Смещается к центру. И здесь вновь себя не дал обыграть Айкбуси. Надежен сегодня англичанин игрийского происхождения. Подал даже точную передачу на правый фланг. Здесь тоже Мбетов ошибается. В атаке Химкович, хорошая передача могла получиться бы.